Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрит 387, с вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, а проще Нефрит. И сегодня мы продолжаем прохождение Байохазарда второй части. Типа ремастера, но ремастера оригинальной версии. Да, у меня произошло там небольшое ЧП было. Пришлось мне проходить заново. Все заново вообще проходить. Так, холл, вот, waiting room. Я проходил заново до сюда, до этой комнаты. Было чуть повеселее. Кстати, не забываем ставить люба. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно, оставлять ваш комментарий по данным видео. А также вступайте в две наши группы. Это ПК 59 и наши 90-е. Также вы можете со мной связаться. Это... в ВК есть аккаунт, там все ссылки в шляпе, вы можете посмотреть, что в шляпе есть у канала, и там найти, что вам более интересно будет, либо со мной пообщаться, либо в группу зайти. Ну а мы поехали. Так, сейчас мне надо, по ходу дела, выложить лишнее. Идем. Кстати, наливайте чаек, кофеек. И вперед. Поздно я сказал, конечно, об этом. Бра. Ребят, кстати, попробовал на крутом режиме сыграть. Это нереально. Бретта, которого вот я убивал, чтобы переодеться-то. У меня 29 патронов не хватило даже на него. Он не умирал никак. Я экономно, как видите, стреляю. Я не стреляю по много патронов. Вначале первый выстрел делал по много, а потом уже по мелочи. Чтобы, как говорится, не просрать много патронов, которых у нас и так тут ограниченное количество. Так, там кракуши летают. Мы к ним пока не идем. А, тут травка, да. Я думал, взяла травку, не взял травку. Да, ребят, как вы видите, я еще дошел. Меня всего только пару раз, в общем, куснули. Поэтому у меня еще Леон вообще живой-приживой. Нынешнее прохождение. И чуть патронов даже сэкономил. Поэтому нынешнее прохождение у меня чутка будет... наверное, попроще для меня. Я могу, конечно, двери пропускать. Ну, чё по 15? Дайте хоть 2.30. Обойму такую полную. Блять, я не вижу зомбаков. Вот это меня бесит. Во-во-во, вижу, вижу. Так, чувак. Шурик. Артемка. Так, о, еще идет. Гер Петрович. Ой, к нам еще там. Павлик Петрович. Один патрон, интересно. На кого мне хватит? Этот живой. Не вовремя перезарядка. Так, с пароль, как мы помним, 2236. 2236. Это мы в файле читали. О, патроны для дробаша. О, это хорошо. Вообще, любые патроны для меня это вообще тут роскошь. Карту участка мне не надо. Я и так умею ориентироваться в этом участке. Так, тут должны быть две травки. Так, одна есть. А второй, как вам, как в этой версии мы знаем, меня опять обделили. Так, тут больше ничего нету. Ничего интересного не лежит. Давайте пошатаемся, посмотрим. Может, какая-нибудь нычка еще. Так, ты, Федя, там отдыхай. Мы тебя трогать не будем.
Так. Это, походу, его лента, да? Нет, лента нам не нужна. Да. Так, понятно. Нихера здесь нет. А зачем сюда спускался сейчас? Эх, надо было сразу туда идти. Ну, ладно. Так, пропустим дверь. Ой. Да я же забыл, что я же не пропускаю двери. Мы же типа как по оригинальному все проходим. Это только в ПК-версии можно двери пропускать. На Соньке это же было как подгрузка следующей локации. Текстуры. Блять, карпуши прилетели. Так, блядь, что, все, больше нету? Ох. Ох, блядь, еще каркуш налетела. Щемись, Леня, щемись. Ох, убежали. Мне интересно было бы, если на легком бы я проходил бы. Были бы где-нибудь патроны? О, кстати, в этом вертолете должны быть патроны. Когда мы его потушим. Спойлернул. Пардон. Так. Танюша. Танюша, иди отсюда. Блять, давай. Так, блять, я не вижу из-за вас нихера. Вадики, мадики, максики. Ой, все, я от вас убежал. Не вариант, как понимаете, мне хвалить, мне патронов не хватит. Так, тут что-нибудь есть? Ничего хорошего, блять. Что? Оно не так уж часто использовалось. Ну да. Патроны. Вот что нам нужно было. Ну, эту дверь, по идее, не надо открывать. Тем, кто будет особенно первый раз проходить. Не советую, но я вам покажу, что тут будет сейчас. Но я от этого придется мне сразу же бежать. Вот. Саша с Машей пришли к нам. Саша с Машей нам не надо. Так. Ребята. О, вы шмотки поменяли. Прикольно. Вот, блядь. Вау, 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 вау. Я сам над собой херею. Вот это я это. Пробежал как. Фух. Настолько круто. Так, берем вентиль. Да, ребят, кстати, запускается игруха на всех Windows. Я сейчас играю на красной десятке. Интерпрайсовской. Корпоративной, то бишь. Она мне больше нравится, потому что вертолет полностью разрушен. Где мои патроны? Патронов нету. Опять кинули. Блядь, ну почему? Ну разве так можно, а? Ребят, ну это вообще. Меня просто все забирает. Блядь, сейчас еще через каркуш бежать. Нахер каркуши. Патронов вообще не дают. Где должны быть, их там нету. Кто играл на Соньке первой, ну, европейскую версию, тот знает, что там везде эти патроны есть, для чего я туда и хожу. Может, я уже вдоль и поперек все нычки знаю. Музыка комнаты сохранения навсегда, блин, доставляла такое удовольствие. В сравнении уже с пятым резом там уже не стало такого вот waiting room всяких. Поэтому стало печально. Стало не хватать. А вот в классических резах вот до четвертого, блин, это было классно. Находишь машинку и ты кайфуешь. А, патрон для дробаша, это хорошо. Это очень хорошо.
Что, больше ничего нет? Давайте еще пороемся. Внутри пусто, блин. Кто-то уже спиздил. Ну, ключ. Так, сейчас нам надо вставить рубинчик в первый бюст девушки. И второй, как мы любим эти девушек. Леня прям альфа-самец. Так. Что у нас тут? О, еще одну шахматную фигурку взяли. Давайте еще посмотрим, что-нибудь, может, еще что-нибудь. Что полезного? Бля. Так, тихо стало резко. А, тут же огня нету. Я уж думал, блин, не дай боже, у меня сейчас игра вылетит. Это бывают такие глюки. Патроны к обрезу. Так, ладно. Теперь нам надо зайти в комнату, где был негр. Где он есть? Марвин, по-моему. О, да, я здесь ставил одного зомбака. А чё нужно патрон тратить? Всё равно считается там. Поэтому я не стал тратить лишние патроны, опять же. Да. Качество-то звука, блин, намного лучше, да. Либо 22 тысячи, 22,5 Гц, либо 48 тысяч Гц. Да, кстати, вот здесь слишком темно, чтобы увидеть что-то. Кто играл в третью часть? Спойлерну немножко. Отсюда выпрыгивает Немезида. Окно должно быть разбитое. Ну, так как выпускал через вторую часть, потом третья. Блин, мне надо было здесь дробовик взять. Оху. Там сейчас еще хмырь, да? Даже не один. Сука. Блин, еще мимо патрон. Блин, ты что, еще жив, что ли? Даже не пройти не дашь, я думал, ты упал и все. Даже не пройти хоть. Ну куда ты поперся? Сука живучий. Блять. Пипец. Да, здесь было проще дробовик взять. Мы нашли пленку. Еще патрон для дробаша. Все, беру дробаш нахер. Возьмем-ка наш Ремингтон.
начнете фильм про Леви. Те, кто жил в 90-е и начало нулевых, знают, что это такое, и 80-е, конечно же. Что пленку вот так проявлять надо было. Сдавали специальное. Фильм А. Эксперимент на человеческом теле, код Г. Какая-то рука была. Это. Ну а тот, кто нынешняя молодежь, конечно же, скорее всего, не знает. Поэтому я предупреждаю ребят, те, кто сейчас, как говорится, более молодые, кто не знает, вот эту пленку вот так мы проявляли, чтобы получить фотографии. Отдавали их специальные проявочные отделы. И приходили через какое-то время, либо через день на следующий, забирали уже фотки с этой пленки. Да, вот это была память. А не то, что сейчас на смартфон и все на этом. Ты берешь фотографию, и такая ностальгия, все. Это твои воспоминания. Ну то, что на телефоне, это уже. О, патроны, смотрите, смотрите, здесь патроны лежат. Хм. Когда здесь они не лежали? У жмура может что-нибудь есть? Нет, нет, у жмура ничего. Блин. Он ожил. Извини, Марвин. Я не виноват. Ты был хорошим полицейским. За Марвина. Да. Что тут больше нет для меня полезного? В шкафчике патроны сюда лежали. Кто-то нагадил здесь. Да, сука, кто пришел, нагадил. Патроны стыбзил и уже нагадил. Вот этот жил тут все ходил, я знаю. Потому что... Ну, третью часть будем проходить, вы поймете почему. Записка для Леона. Для Леона С. Кеннеди. Поздравляем с назначением в городской департамент полиции Ракона. Мы все смотрим вперед, когда вы станете членом нашей команды, и обещаем проявить дружескую заботу о вас. Добро пожаловать на борт. От всех парней из ДПР. Не из РПД, а ДПР. Ну ладно. Не будем обижаться. Да. Ну, кстати, не зря я дробовик сейчас взял тогда. Сейчас куда мы идем? Время там нам очень пригодится. Идут ребятки. Бетона, мешалка. Мешает бетон. Бригада строителей жрет самогон. Блять, вот нахрена вы развалились-то? Так, я выйду, кстати. Они так исчезнут. Эти, которые разваленные. Патронов подсэкономим зато. Тут мне еще этих убивать. Я помню глюк этот. Так, ты что, один, что ли? Прикинулся мертвым, да? Теперь все, вроде бы улегся. Что-то как-то у меня травы стало много. Аж самому непонятно. То ли так стал аккуратнее проходить. Толя. Давай отдохнем. Толя, ляг. Толя, ты что такой буйный сегодня? Ой.
А Люся-то живая осталась. Люська. Опа, опа, опа. Че, умер? 4 патрона. Ху-ху-ху-ху-ху. Неплохо. Сука, ебучий ликер. Гребаные ликеры. Не люблю ликеров. Давайте возьмем красную травку, она осталась на месте. Это очень хорошо. Вашим она хорошо, нашальника. Здесь ликер-то не появится снова здесь. Не телепортируется. А, не вылезет через окно. Думал, все-таки он сдох. Да. Там что-то блестит. О! Ключик маленький. Сейчас мы пойдем заберем, по ходу дела, спрей. Ну, я помню, что спрей лежал в этом, в ящичке в одном. Сейчас мы туда избегаем. Мы обязательно туда избегаем. Может, там что-то другое лежит. Может, мы знаем, как в этой части. Тут все по-другому. Может, там патроны для дробаша. Что же для меня вообще, пипец как, немаловажно. Да, игра это беготня, ребят, скажу. Но по-другому в ней никак. Как говорится, хочешь жить, умей вертеться. Игра тебе, вам это как раз и показывает. Вот там ящичек, вот этот вот. Стол закрыт. Да, будем использовать. Патроны для пистолета. Хоть 15 штук и то. Бля, это бонус, это хоть какой-то. Но это бонус, хотя должен быть здесь спрей лежал всегда в европейской версии. Ну а сегодня мы видим патроны. Это меня порадовало. Очень порадовало, прям очень она. Я за патроны тут убить готов. Походу делал, что я и делаю в этой игре. Убиваю за патроны. Трачу патроны, чтобы получить патроны. Ну, вот так у нас там лежит. А чё одна травка? Всегда три штуки где-то лежало. Пипец. Хотя мы и так живем. Так. А вот это, ребята, сейчас вы увидите, сделаю. Это очень понадобится. Потом вы поймете, для чего я это сделал. Патрон для дробаша. А, эту дверь мы пока не откроем. Нам нужен ключ. Клюшек. Клюшек, жамошек. Собачки ходят. Ну что, прикольно, по звуку всегда можно определить, кто где ходит. Кто из монстров будет. Они ничего, суки, не увидели, что ли? Давай, иди сюда. Овца тупая. Тихо, 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 тихо.
Это еще, сука, выжила. Мой пистолет можно бил. Во. Так. Фу. Этих мы прибили. Анатомичка. Закрыта. Бита вырезана под замочной скважиной. Анатомичка. Сука. Ну да. Морг стал называться анатомичкой. Так, здесь мы можем энергией поуправлять. Надо создать короткое замыкание вверх. Мы можем поприкладываться вверх еще. Потом вниз. Вниз. И снова вверх. Та-та! Можно просто вверх-вниз, вверх-вниз делать. Там вот оружейное. Так, с этой карты не будем брать. Больше там ничего не лежит. Пищаль. Мне уж как-то сыкотно, как я буду за второй сценарий за Клэр проходить. Если на первом сценарии уже жесть. Да. Оба-на. Извиняюсь. Но когда я увидела форму, подумала, что ты очередной зомби. Просто мы так... такая? А, Дабонг. Ну и что ты здесь делаешь? Я ищу парня по имени Бен. Он один из таких репортеров, которые постоянно гонятся за сенсациями. Я слышала, что он заперт в камере, но вот только машина преграждает путь. Я пыталась найти другой способ попасть внутрь. Если мы вдвоем как следует постараемся, то сдвинем ее с дороги. Поможешь мне? Так. Если бы мы просто проходили бы как бы не на Брэда, чтобы вот получить-то его. Брэда получили бы только если прошли бы два сценария, то у вас потом появился бы автоматически. А так, видите, можно, как я прошел, не потратить, не взяв ни одни патроны, ничего. Добраться до полицейского участка. Ну и вот. А так бы, видите, он был в обычной полицейской форме. Поэтому она в него и выстрелила. Как мы помним, Эйду по первой части, ну или ремейк, который вот я проходил, Эйда, это, так сказать, напарница там была у Джона, типа как типа расследовала что-то вот. Помню ведь пароль даже Эйда и Джон. Ада, подожди. Ну да. Когда она ждала нас? Да никогда. Так, здесь патроны. Здесь должен быть фильм лежать. Ну, не фильм, а этот файл с фильмом. Ну, пленка, то бишь. Ха. Так, а где тогда еще одна пленка? Ха-ха-ха-ха. Ребята, вот это уже интересно. Тут что-нибудь есть? О, травка. И синяя травка. Синюю тоже возьмем. Пригодится. Синяя от отравления всяких там пауков и тому всех подобных. Дай-ка угадаю. Ты должно быть Бен, верно? Вставай. Большой Бен. Чего тебе надо? Я здесь уснуть пытаюсь. Нормально так.
поспать тут. Это тот парень? Бен, ты говорил властям, что знаешь о происходящем. Что ты им говорил? А ты еще кто такая? Я пытаюсь найти своего парня. Его зовут Джон. Он работал в филиале Umbrella, расположенном в Чикаго, но неожиданно пропал 6 месяцев назад. До меня дошли слухи, что он может быть в этом городе. Я ничего не знаю. А даже если б знал, то с какой стати мне тебе об этом говорить? Ладно, оставим его здесь. Кто-нибудь знает, где ключи от этой камеры? Да как скажете, офицер. Но я не собираюсь покидать эту камеру. Здесь бродят не только зомби. Что это было? Как я и сказал, я из этой камеры ни ногой. Убирайтесь отсюда, пока оно вас не достало. Эй, я никуда не пойду. Я единственный полицейский, кто здесь остался в живых. Что? Слушай, если ты хочешь жить, ты должен идти со мной. Но ты знаешь, как выбраться из города? Здесь неподалеку есть водосточная канава, в ней люк. Двигайся туда и найдешь канализацию, но это будет не так легко. Хорошо, иду туда. Как обычно, Эдди первый тропанул. Вот. Для этого нам понадобится вот эта штука. Для каналии. Больше ничего нет, 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 нет. Сука, ничего нету. Блять, собаки, сука. А, они за решеткой. Там будет лежать красная трава, по-моему. Нет, попробую ее взять, что ли. Ай. Ай. Если я возьму, то они выбьют. Да, там красная трава. Нахрен. Чтоб они пробили решетку, чего уж я за красной травы так буду рисковать? Не. Мне так травки хватает, так что я это... Пасую. Еще лишних патроны тратить на этих псин дурацких. О, Пуфи Андричи. Здорово, Пуфи Андрей. О, вода такая прозрачная. О, еще Пуфи Андрей. Кстати, на Соньке было и воды побольше, что я заметил, да. И она была темная, мутная. А здесь она прозрачная. Комната сохранения. И мы сейчас сохраняться не будем еще. Рановато. У меня появилась идея. Что потом лишнее времени тратить мне. Красные 3 ячейки свободные есть. Вот так вот. Идея приходит. А, давайте прочитаем. Похоже на панель, освобождающую замок. Здесь описание для пробок. Вставка короля, вставка ладьи, вставка слона, вставка коня. Вот у нас... Король есть, к примеру. Ладья тоже есть. Ферзь. Слон, ну. Осталось коня найти. Ада! Я так и не представился. Меня зовут Леон. Я из полиции. Да похуй. Так, рукой махнула. Здесь тупик. Как думаешь, здесь можно пройти? Подсади меня, я проверю.
давай. Кто там? О, кто все мои патроны-то собирал? Вон у них, смотрите, слюна. У собак слюна вылазит. Я первый раз вижу, на Соньке такое не видел. У них слюна капает. Когда они рычат. Прикольно. Такого как-то раньше я не замечал. Так, сюда спустимся вначале. Да, здесь нам делать нечего. Эту локацию мы узнаем только потом. Не в первом сценарии, а во втором уже. Это уже за КЛР тут раскроется эта локация. Так, идемте. Ящики двигать. Чем нам еще заняться-то? Кроме как ящики двигать. Можно их до конца не задвигать. Тут есть такой небольшой глюк. Что они все равно сами задвинутся, когда вода польется отсюда. Как я говорил, я же прохожу не на ранг, там не на ранг С, не на ранг А. Мне главное просто пройти и полюбоваться, но по-новому. Потому что я никогда не играл в оригинальный Biohazard. Рычаг для впуска и выпуска воды. Будете двигать? Да. Смотрите, опа, ящики сдвинулись. Вот видите, говорю, вода прозрачная. Вот в соневской версии, в европейской, она темная. Вообще темная такая, черная-черная. Может, ты это еще ему, Лене-то, патроны скинешь? Тебе патроны для дробаша. Ну, а, ну да-да-да. У меня для пистолета бы скинул. Я вообще не отказался бы. Да нет, она жадная. Типа ей сама надо выживать. Леон, ты меня слышишь? Ада, ты нашла что-нибудь? Вот. Вот. Еблысь. И еще кое-что. Нормально, так бы сейчас поебал его. Бум. Эй, я не смогу вернуться через вентиляцию. Поищу другой путь обратно. Я догоню тебя. Что? Ада! Подожди! Да, похрен ей. Ну, у нас хоть патронов для дробаша стало поболее. Это уже прям не на есть гуд. Теперь, ребят, за чего сохраняюсь на 2. Потому что если, не дай бог, опять перезапишусь в слот, у меня что-нибудь вылетит и все произойдет, как у меня тут ЧП произошло. Свет вырубился. И все то, что я записывал, было коту под хвост. Поэтому я записываю теперь на 2. На один так, на другой вот так. Чтобы, если что, начинать с предыдущего прохождения. Вот. Так.
Waiting room. А, вот здесь мы сохраним. А, это Крис. Waiting room. Думаю, что за Крис? Еще waiting room. Да, за Криса я прошел уже. Extreme Battle. О, запишемся вот сюда. Ну и на сегодня, ребят, это все. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале NefRite987. С вами был Неф. Не забываем ставить люба. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно, оставляйте ваши комментарии под данным видео. Ну и всем пока-пока. До новых встреч. Let's rock!